Глупая штука, работай! Ой, нам надо прибраться! Тут полный кавардак! Кто же нас заставит? Ты? Вряд ли. Ладно, так и быть, скажу банальность. Пейте лимонад, там витамины. Флэш! Стой на месте! Если глаз Гроботроника заработает, у нас будет лучшая игрушка всех времен. Она будет закачивать фильмы, крутить игры и намазывать масло. Это же настоящий прорыв! Звучит неплохо. Масло? Откуда это взялось? Ничего не помню. Странно. Откуда оно взялось? Крэш, чтобы оно заработало, мне нужны детали. Вот список. Сперва мощнотрон, он у моего дома. Вы устали от разных приборов, которые заполонили дом? Нужно отыскать простой выход. И он есть, мутанты и господа мы. Я представляю Зависту. Доступ к любым файлам, болтовня с дружками, любой каприз. И все за ваши деньги. Ой, смазка. И никакое это не злодейство. Что скажете, господа? Долги? Не дают кредит? Вредные привычки? Просто наденьте шлем. Да, теперь я могу больше времени уделять своим хобби. Например, соколиной охоте и сырам. Спасибо, Зависта, за это счастье технологической свободы. Подождите, неверные рабы. Это еще не все. Не могу даже предположить. И сколько же вы готовы заплатить за это великое изобретение? Слушаю ваши предложения. 11-10 тысяч динаров. Квадратный корень из 20 в местной валюте. И даже больше. О, сэр, прошу прощения, но у меня карточка испортилась. И на ней ничего нет. С большой радостью хочу сообщить, что этот чудесный прибор будет доставляться жителям острова Вумпа совершенно бесплатно. От создателей знаменитой электроложки и книги «Поле чудес в стране дураков». Закажите и получите распылитель шерсти в подарок. Проблемы? Распылите их. Смотрите на огоньки, смотрите и спите, смотрите сны. Закажите Зависту сейчас. В продаже везде, кроме штата Арканзас. Почта! Дай! Ура! Нам прислали Зависты! Пошлю Кранчу смс-ку. Прямо сейчас. СМС-ка пришла! От Коко! Надо ответить! Да, кажется, это не для тебя, Крэш. Если честно, ребята, не вижу, что здесь хорошего. Ух ты! 400 смс-ок от таких же счастливых обладателей! Я забыл, что хотел сказать. Стоп! Вспомнил! Убейте бандикутов! С цинизмом! С особой жестокостью! Внимание! У нас гости! Мне некогда! Смотрю на обезьян, они смешные! Ой, прямо в рот! Похоже, остались мы с тобой, Крэш. Энджин сбежал. Надо найти его, Крэш. Что тут происходит? А ну пошли вон отсюда! Я еще не умывался и не брился! А это зрелище не для слабонервных! Энджин? А ты что тут делаешь? Доктор Кортекс сбежал и бросил меня тут. Но мозги у меня еще работают!
Обо мне еще услышат! Я следил за тобой и за твоей вкусной сестрой. Вкусный? Красивый! Я сказал красивый! Я ее съем! Следить за бандикутами и все запоминать! Что за глупые шутки? Когда Кордекс победит, меня наградят! И слава, и почести, и подарки посыпятся золотым дождем! А потом я, Энджин, стану королем острова Вумпа! Я стану главным злодеем! О, ты не в себе! Потряси его за горло! Только не по горлу! Я туда ем! Стража! Вам придется убраться отсюда, Энджин! Стойте! Не надо! Отстаньте! Меня нельзя бить такого красивого! Я же целый год вас изучал! Один, без поддержки! Только дурацкие крысы помогали! Зачем вы так, босс? А ну тихо! А то получишь ракету в башку! Говорю один раз, повторять не буду. Пошли прочь с нашего острова! Здравствуйте! К сожалению, я не могу ответить на ваш звонок. Оставьте сообщение после сигнала. Пип! Ухожу, ухожу! Попытка не пытка! Давай посмотрим, что там с Кранчем и Коко. Наверное, уткнулись в свои дурацкие приборы. С ума сойти можно! Прогноз погоды на каждую минуту! Отлично! Я хожу на лекции по влиянию голодных бегемотов на детское сознание. А что, они это могут? Это так и надо, не волнуйся. Меня глючит! Не смешно ни разу! Заправить кровати! Она моя! Кранч, вернись! Привет! Коко, ты снова в порядке? Зависта как-то передает тебе злые моджу. Чувствуется дурное влияние моих братьев? Ну, было так круто! А это точно злодейство? Увы, да. Ты менялась на глазах. Вот блин! Какая досада! Это же лучшее изобретение всех времен! Кранч до сих пор под действием зависты. Нужно узнать, куда он направляется. Не бойтесь, мальчики, я придумала. С помощью глаза я подключусь к сети злодеев легко. Кажется, нашла. Кортекс запостил какое-то видео в ЖЖ. У Кортекса есть ЖЖ? Да, так делают все крутые ребята. Еще 2 года назад делали. Правда? А я и не знал. Вот это да. Посмотрите. Я нашел кусок салата в унитазе. Кто ел бутерброды, сидя в туалете? Отвечайте. Эй, там, слуги, я возродился, я вернулся, я готов к новым подлостям. Плюс я встретил своего коллегу. Поприветствуем, Нитрус Брион. Да, это я, Эмбрион. Звучит почти как зародыш. Вы все наверняка помните, что именно я создал эволюционный луч. Это был он, а я грешил на Кортекса. Конечно, это я. Я изобрел эволюционный луч и мутагенные технологии, которыми Кортекс пользуется до сих пор. Я из самой первой игры. Сладкий мутаген, просто прелесть. И я рад, что вернулся. Да, много воды утекло со времени прошлых пакостей. Я решил завершить старый коварный план. Хочу представить зависту. Она превосходна. Я требую 4 авторских экземпляра.
Главное, что теперь я смогу создать суперсильных мутантов. И они будут подчиняться только мне. Смотрите, смотрите, смотрите. Звучит круто, правда? Проверим. Кортекс, что это за новости? Отпусти меня сейчас же! Я руководил этим проектом и буду руководить. Да, продолжайте, доктор Кортекс. Глаз тигра, фаербол, бумага лучше камня. Но она не сдержит камень. Это какой-то бред! Я тебя уничтожу за это, Кортекс! Твои дни сочтены! Ну ладно, вернемся к этой плоской деревяшке. Да, эту фразу написал я. Знаешь, ничего личного, но мне необходим источник злой энергии для работы завист. И это ты! Эмбрион, займи чем-нибудь бандикутов. Действуй по плану. Ну да, по плану, который мы еще не придумали. Но погоди, Кортекс, а как мы заставим мутантов надеть зависту? О, проще простого. Мы дадим им это. В боку закололо. Зависты уже разосланы по всему острову. Нам нужно отключить их от источника энергии. И как это сделать? Ну... Думаю, кое-кто может нам рассказать. Не думала, что до такого дойду, но... Давайте спросим Нину. Коко! Похоже, зависта повредила тебе мозг. Слушайте, она наверняка поссорилась с Кортексом после своих проделок. Она наша надежда. Шевелитесь, жалкие рабы! Мы должны всех мутантов обеспечить завистами. Скоро вернемся к северному входу школы зла. А это стадо мутантов займет первый приз на школьной ярмарке. Нина будет локти кусать от зависти. Слышал, Крэш? Вход в школу где-то рядом с крысиной деревней. Мальчики и девочки, и те, кто еще не определился, добро пожаловать в школу негодяев! В нашей школе негодяев 101 вы научитесь всему, что необходимо для жизни в обществе. Безумная наука, безумная математика, физкультура и серфинг. В нашей школе 101 вы научитесь жить в злодейском обществе. Смотрите, новая ученица. Поприветствуем новую ученицу. Да, новичку приходится туго. Смейтесь над новенькой. Вы думаете, что стать учеником школы негодяев так легко? А вот и нет. Классы переполнены, и мы ненавидим новичков. Уйди! Ненавижу тебя! Всю жизнь мне поломал! Ну и... как дела? Как дела? Как дела? Я зависла в государственной школе. И это после того, как я была первой ученицей в частном пансионе. А теперь меня окружают отбросы общества. Все из-за тебя. Да, нам нужна твоя помощь. Что? Твой дядя использует новый вид злого Моджа, чтобы управлять мутантами. И он похитил Кранча. Мы должны освободить его. О, тебе нужна моя помощь? Как мило. Проваливай, скатертью дорожка. Прошу, Нина, мы сделаем что угодно. Что угодно? Правда? Эх...
да. Поцелуй. Что? Да, поцелуй. Прямо сейчас. Хоть отвлекусь. Лохи. Ладно, мне нужно закончить научный проект на выставку. А вы, голубки, мне поможете. О, победа! Это клёво! Клёво! Да-да, мы тебя спасли, теперь ответь на наши вопросы. Верно, деревяшечка. Дядя Кортекс объединился со старым коллегой Эмбрионом. Эмбрион? Дядя Кортекс надулся от гордости, но на самом деле всю работу проделал Эмбрион. И, к счастью для вас, моя разработочка поможет мне узнать, где он находится. А теперь быстро на другой конец острова. Пора заняться новым дьявольским планом. Здравствуйте, мои маленькие создания. Вы видите перед собой величайшее чудо злой техники, которое я изобрел. Но со временем, мерзкие герои этого мира, его создал я. Я не Кортекс, я все записал в Библии. Герои, типа ленивых бандикутов, просто оставляют эти чудесные игрушки без внимания. Но доктор Кортекс, якобы великий изобретатель, лжец, сказал: «Давай, придумай способ, чтобы зависты заработали!» И поэтому я изобрел переработку! Запомните, это Эмбрион изобрел переработку, переплавку, переделку. Я создал игрушки! Хватит с ними играться, они мои! Перед вами океан тщетной мечты. Моей мечты. Но из этого океана доктор Кортекс попросил меня выловить белого кита зла. Переработка уничтожит весь мир. И вся слава изобретателя достанется мне! Что это? Сверкалка? Это не мое, Берта Майера. Кто положил сюда обычную игрушку? Да, вы правы, идиоты. Круговорот зла в природе поможет мне сделать и распространить зависты. Знаешь, надо сделать картинку получше. Присоединяйся к новой программе, Крэш. Эта программа изменит весь мир. Да, неплохо. Я просто мачо. Крэш, берегись, малыш. Я за себя не отвечаю. Тебе нужно просто снять шлем. Ты не понимаешь! Это прикольно! Макаки! Да, подерись со своим дружком! Напомни, кто кого создал! Влови ему здоровенной лапой! Повинуюсь! Ешьте больше клетчатки! Что это мое? Прихлопни его, громила! Как здорово! Макака мне мешала! Спасибо, приятель! О, нет, я в порядке! Перестань! Перестань! Ой, мне уже лучше, правда? Ай! Упор на ноги, а не на спину! Что ж, я думал, мы больше не встретимся. Ну, ты был не прав, а я прав. Прав, как правописание. Но почему меня никто не понимает? У нас полно злых моджо, чтобы заряжать зависты. Злых моджо? Откуда они у вас? Рассказывай, мистер. Крэш любит Кранча и готов ради него на все.
Мы с Кортексом вступили в игру, дурачок. Твой брат попал под действие прибора, который я... Который ты изобрел, да-да. Пошли, Крэш, похоже, здесь замешан мой брат. А ты иди домой, Кранч. Да, кажется, у меня мозги плавятся. Надо полежать, поспать. А ты, с тобой все ясно. Проваливай. Пошли, Крэш, нужно найти моего брата. Это еще не конец. Концы тоже изобрел я. Почему мне никто не верит? Спасибо. Теперь отвечай на звонки. Вот уж нет. Мне что, больше нечем заняться? О, спасибо, что спросили. Мне лучше. И все злодеи этому рады. А как наши моджо-батарейки? Кортекс, гнусный предатель! Я тебя еще отомщу! Отлично. Он выглядит неплохо. Такой румяный. Вы бы знали, как он меня достал. Как сиамский близнец. Хотя у меня нет брата-близнеца. Ты воруешь мою силу, чтобы подпитать зависты. Какая низость. Но почему ты кормишь меня тортом? Ах, это... Это такая подлость. Для того, чтобы ты объелся тортами. Только представь. Жизнь без сладостей. Ну ты гад. Пора обратиться к слугам. Прости. Послушайте, Гримли. Крэш Бандикут идет сюда. Детские игры кончились. Поймайте и убейте его. Надежно убейте. Никаких ловушек, из которых он может выбраться. Ой, ой, как неприятно. Знаешь что? Малышука проголодался. Фу, сплошная грязь. Я и за это тебя отомщу, Кортекс. Да, да, отомстишь. А пока я тебя подою. Дояр? Доярка? Конец связи. Наконец-то. О! Еще чуть-чуть, и я лопнул бы. Братец, что они с тобой сделали? Этот подлый гад Кортекс украл мою силу. Всю энергию Моджи вытянул из меня и вложил в зависты, которые разослал по всему миру. По всему миру? У этой жалкой пародии на ученого, оказывается, был отличный план. Но я и подумать не мог, что он решил. Подоить тебя. Да, подоить меня! Надо мной смеются все, кому не лень! Я уничтожу Кортекса за это! А вы, двое молокососов, станете оружием мести! Помогать тебе? Ты же гад! Помнишь день рождения мамы? Ты подарил ей носки! Зачем волшебной маске носки? У нее же нет ног! Поможете! Ведь если ко мне вернутся силы, я помогу вам! Найти логово Кортекса и разнести его зависты в хлам. Ладно, мы вернем тебе силу. Говори, что делать. Вуду косточки моей маски были вставлены в самых мерзких и сильных мутантов острова. Верните их и мою силу. Я помогу вам быстро перемещаться. А то вы еле ползаете. И еще. Сотрите торт с моего лица. Идем внутрь и зададим Кортексу жару. Он это заслужил.
кортекс. Поверить не могу, что вы, тупицы, опять хотите расстроить мои планы. Вам что, жизнь недорога? Займитесь делом. Крестиком повышиваете, что ли? Это единственный вариант, кортекс. Сразиться с Крэшем. Отлично. Сделаю из этого парня мутанта. А тебя на кусочки порву, Крэш, голыми руками. О, нет, берегись, Крэш! Мистер Толстячок хочет побить тебя! Хватит ржать! Я серьезно! Сейчас Бандикут получит! Хорошо! Крэш, сделай его и пойдем домой! О, а я разве не говорил, что буду жульничать? У меня тут есть немного мутагена Эмбрио. Он сравняет силы. Ой, на вкус как перечная мята. Еще что-то? Нечестно! Нечестно! Я хочу победить! Теперь моя очередь! Столько лет на смарку! Ой-ой, Крэш, кажется, он что-то сломал. О, нет! Что я наделал? Где мои штаны? Пристегнись, Крэш! Мы падаем! Так это был ты! Эх, некогда возиться с тобой! Жалкий негодяй! Кажется, пронесло. Крэш, иди сюда. Отлично, братец. Ух ты! Ну и намусорили мы тут. И не только мы. Мы не будем тут убирать. Я знаю, Коко, знаю.